خونك دي وخاوضة دستي من دستي يا رضا دنيا ألم تبدو زانا تلمم قيزة أغيضة وخونك دي وخاوضة دستي من دستي يا رضا. А чё вы притихли, а? Наверное, думаете, интересно, какая же невеста, да? Но вы не разочаруетесь, потому что мы сейчас сюда будем приглашать нашего уважаемого дядю, дедушку Байрам Алия, чтобы он, сегодня его внук Мухаммед женится. Вот они, молодожены здесь, Мухаммед и Зейнеп. Поэтому мы сейчас его попросим прийти сюда, открыть лицо невесты. Келаги открыт. И под ваши аплодисменты, под фейерверки они пройдут через зал. Итак, давайте все аплодисментами, маэстро, давай встречаем дядь Байрама. Çiğyan şemukani ağır daye bijani ve destine bemerani. Наш уважаемый дядь Байрам Али показал, как говорится, свою сноху всем гостям, братьям и сестрам. Ну и еще одно разрешение я у него беру, чтобы он разрешил по нашим обычаям первый танец танцует жених и невеста. Все. Значит, по разрешению дедушки, по просьбе всех гостей, ну что, азыр мыкын музыку танцевальную. Танцуют только Мухаммед и Зейнеб. Şimdi bize sen yarım aliyama.
Filonova dadaya Hınami hanı zelşava Divan hanı zelşava Vara zavadın zava Zavamala da ava Zavamala da ava Filonova dadaya Divan hanı zelşava Divan hanı zelşava Zavala Mehmet'e yürü dava da daya Yürü dava da daya Bu kame pür delale Mevan hadi sen şava Tahar hadi sen şava Vara zava kum zava Zava mala da ava Zava mala da ava Yürü dava da daya Mevan hadi sen şava Tahar hadi sen şava Yürü dava da daya Mevan hadi sen şava Tahar hadi sen şava Спас, ходишь в разве, чапки веш, бона бук, сабам. А где аплодисменты молодоженам? Да, у нас сегодня проходит свадьба в экстремальных условиях. Вертолеты над головой летают перед молодоженами. Попросим станцевать друг и дружку. Пожалуйста, мы просим вас. Савдуджи, Брай Зава. Али, yes. Алоэ Али, чемпион Северной Америки по профессиональному боксу. Маэстро музыку. Дели оха оха, эмшен ушаха, курсала папа, куна шашаха. Дели оха оха, эмшен ушаха, курсала папа, куна шашаха. Zozani, te kwaz medinji, naye magerte, kone kurmanji. Chume zozani, te kwaz medinji, naye magerte, kone kurmanji. Dil aha aha, em shendi shaka, kursara qatwa, kuna shak shaka. Dil aha aha, em shendi shaka, kursara qatwa, kuna shak shaka. Спасибо, спасибо. Курсара папа, аплодисменты. Али, как, тяжело соперника нокаут отправить или по-курдски станцевать? Наверное, по-курдски. Да, всякое, да, действительно, ему легче соперника нокаут отправить. Ходишь в развивая, ходишь в шабаке, гелли брай, хушки мне делал, хуй бух, хуй завевен. Kadirli aziz cemaat, Allah razı olsun, böyle toydu günler size nasip olsun. Ну и сейчас музыку, молодожены проходят свой апартамент. Пожалуйста, маэстро. Шарка буки, хавтренге, шарка буки, хавтренге, дайра бедренге, дайра бедренге, дават хати бедренге. Davat hati bekleri, davat hati bermale, binaza ve perdenge, bina buke perdenge. Çare! Hani binin deştikim, şiru şerbeti çekim, şiru şerbeti çekim. Gevçim gevçi unlekim, gevçim gevçi unlekim, binin deşti zavekim. Thank you.
тайка де бупе буке, де буке буке буке, тайка де бупе буке. Завали би я тая, дести би да гудхая, Махмад ли би я тая, дести би да гудхая, де буке. Спасибо. Давайте уделим внимание енгеям. Быстренько, пожалуйста, енгеляр. Ходежвай развивай, дай Бог вам здоровья. Сегодня весь день по обычаю вы проводите это мероприятие. И для вас звучит эта танцевальная музыка. Пожалуйста, енгеляр. Ап зэри 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 залым зэри, ап зэри 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 хайин зэри, ап зэри 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 залым зэри, жан зэри 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 залым зэри. Спасибо. Ну, у невесты я видел, букет есть, Зеня. Пожалуйста, своей подружке Кыс Кардаш передай этот букет, пожалуйста. Ее поцелуешь, ей свои пожелания скажешь нашей султане, пожалуйста. Ну и все. Давайте один раз хорошо громко похлопаем им. Давайте. Ну-ка, все, руки освободили. Аплодисменты молодоженам. Все. Начнем, да? Хурметте каум, кадерли конактар. Бугун 29-ші шилде Казахстан мемлекетімізде Алматы қаласында Мухаммедин Зейнебин тойына хош келдіңіздер. Гәлі бра, гәлі хуш. Иро, бізне, июле, вәләті Қазақстаны, бажары Алматы, әмірі қады, әдет әдіні, шәскіріне вейлі, жбон әхәрд гүлан, Мухаммед вә Зейнәбі, мұн сәрсәран, сәрчаван атыны бі даваты. Ән гөзәл, хүрмәтлі, қадірлі, әзіз қардаш бәділер. Бүгін, 29-ші июль, Қазақстан мемлекетімізде, Алматы шәрінде, Алланың әміріне, дүннен әдетіне, сізін шатлығыне, бұ үкі гүлін манасыне, Мухаммедин вә Зейнәбін тойына, қош келмішіз, сафа келмішіз. Құлам мүні, құлам мүні, түдән лала ділем мүні, қамыз бімрін, әжбір лақы, Ну и продолжая наши традиции и обычаи, я хочу сюда пригласить дедушку нашего Мухаммеда, это наш уважаемый дед Байрам Али. Дядь Байрам Али вместе с сыновьями Миралием и Бегалием
попрошу прийти сюда, открыть это мероприятие, продолжить это мероприятие, поблагодарить и поприветствовать всех своих гостей. Маэстро, давай встречаем папу и двух сыновей. Сегодня очень радостный день для нашей семьи. Я благодарю вас всех, присутствующих здесь, что вы пришли с нами порадоваться, поздравить наших молодых. Благодарю вас всех. Спасибо вам, присутствующим. Своего внука Мухаммеда и его невестку Зейнеп поздравляю с этим днем, с этим торжеством. Желаю им счастья, радости в жизни, здоровья, совместной дороги, пути, чтобы всегда вы были вместе, шагали рядом, поддерживали друг друга, создавали крепкую семью. Это новая семья в Казахстане еще. Чтобы было побольше у вас детей, чтобы вы нас радовали, радовали своими успехами, своим отношением друг к другу, и к старшим, и к младшим. Радости вам, счастья вам, благополучия. Вам, гости дорогие, соседи, родственники, все присутствующие, я желаю таких же мероприятий, таких же... Это праздник, чтобы у вас были дочеря, сыновья, внуки, внучки, чтобы всегда у них были вот такие, чтобы вы женились, замуж выходили, радовали вас. Чтобы всех, у всех дома всегда было празднично. Спасибо вам. Молодых поздравляю этим торжеством. Желаю счастья. Отцу здоровья, братишки, всегда чтоб веселье, вот. Всем здоровья. Всем присутствующим я желаю самого большого на свете. Здоровья, счастья, благополучия, богатства. Спасибо, что вы сегодня с нами на нашем таком большом торжестве. Вообще в жизни... Особенно те, кто постарше нас, осознают, что без веления Аллаха ничего не происходит. Есть такая мудрость, что без его участия даже листик с дерева не падает. Я сегодня хочу своему сыну Мухаммеду и дочке Зейнаб сказать, что так получилось, вот их, то, что они нашли друг друга и понравились друг другу. Это все по велению Аллаха. Вот. И поэтому я уверен в том, что эта семья будет счастлива, что в этой семье будет много детей. Они подарят на радость нам всем. Мы будем гулять на свадьбах их детей и внуков, дай Бог, чтобы мы дожили до этих времен. Поэтому нам всем я желаю крепкого здоровья, вашим семьям только счастья. Чтобы мы вот так радовались счастью молодых и видели друг друга, чтобы в радости наша жизнь проходила.
Подежва разве чабавей рамве, я тебе рамали еще один такой маленький два разрешения. Хамравей дрежбе. У навра хамвахте асан хандаев бен ширимбе. Ну а вахта тия, я скажу по-русски. Время пришло вам. Значит, вы можете теперь спокойно сесть, со всеми вместе отдыхать, гулять. Только одно просьба к вам, когда о вас говорят, и вы должны в знак уважения встать. Речь закончит, садиться. Вот это вам мой совет. Все, спасибо, Джанин. Спасибо. Ну что, начнем веселиться. Итак, для вас, от вашего имени, всем нашим гостям, братьям и сестрам, группа Иса Рустем. Сам Паша Таев,
Ben biraz savet ettim. Dedim sen böyle görsedebilirsin, чтобы cemaat hep görsün televizörde. Bizim Kemal video. Diyor, elbet görsederim. Kadirli aziz cemaat. Allah hepimize böyle toylar nasip etsin. Я сейчас вот этот стол, где наши сидят ахсакалы, где наши ахсакалы сидят, я хочу их пригласить всех. Вот здесь деда Лосман сидит, Хадиджи Разиве, бизим Хасан Паша таимиз отурмиш, Аллах рази олсун, бизим дедушка Ахмед отурмиш, Хадиджи Разиве, наш Микаэль Хаджи сидит, Хадиджи Разиве, и здесь вместе с ними сидит наш брат дядя Авдо сидит. Хадеж виже разве, авже атия ведавете. Он учен рыжа и дерем сизде. Я, наверное, туда не буду вас приглашать. Эле абрда диярсиз. Олур ме эле? Хе, эле абрда. Узах гетмейз. Неаки оператор вас покажет. Все вас увидят. Буйрус, пожалуйста, буйрус, гелес. Hürmetli cemaat, safa gelmiş, hoş gelmişiz. Daimin toy düğününe Allah sizin kapılarınıza da böyle şadlığı nasip etsin. Allah iki çiçeği bir yastığa kocalsın. Uşaklı, torunlu olsunlar. Sağ olun, var olun. Hürmetli cemaat, hürmetli dostlar, hürmetli büyük günü bayramalıyla beygalını şadlı günle toyuna gelen cemaat. Ümreniz sabah gelipsiz, hoş geldiniz, sabahlar getiripsiz. Allah toy sahibini toyunu hayırlı olsun. Peki, toyun hayırlı olsun. Gözünüz aydın olsun. İki zaman Muhammed ile Zeynep Allah talalı olardan olsunlar, hoşbaht olsunlar. Bir yastıkta kocalsınlar. Yüz illik dost olsunlar. Dostumuz, düngürlüğünüz bir yıl olsun. Cevanlarımız yüz yıl ömür sürsün. Oğul uşaklı olsunlar. Hemen şey böyle toylarda olak, böyle güzellikte olak. Belki bir yana diyelim, ben çok şadam senin balalarının öğlendiğine, belki de dinlemir. Allah hayırlı eylesin. Cümlemizin kapısında böyle şadıklar olsun, böyle toylar olsun. Hemen şey toyda olak. Cemaatimiz sağ olsun, cemaatimiz hemen toylarda olsun. Canlarına sağlık, yolunlarına hoşluk. Çok sağ olun. Allah razı olsun, tam da sen de sağ ol. Hemen şey cemaati yola salıyorsan, ya koçun rahat, stotu kamandı, uşparadım. Çok sağ ol. Çalışçılar da sağ olsun, karizm sandıklar sağ ol, sağ ol. Bir gene diğer aptalalı kullardan olun bana, sağ ol. Cemaat aziz, münhir etine, selamet etine, ser seran, ser ceban. Bir oraçıya bir halide davete torun emmedi. Ve biz torun emine, dede sireke torunu. Kutun emine evet. Hadi mıra devam bike, yastığa ki kalpir bike, bırak kur be, kiz be. Torna, torna, bivinin peşa, bivin emci reda, bivin peşa, bivin hamu cari. Cemaat aziz, be cemaate iş reda nare. Lomaşı, bre cemaate hoş be, sağ selamet be. İşe vayi her işi binne berde revan. Eke kiz, birbike, eke ki hort, bize vece. Vede işe verle bide. Han görevi, emme hemu cari, işe kuava rida, bövün ken, hanek, davet, dev, zürne, lekebe, emraki dreji baş. Fadi işe ve nebine selameti ki, her ne mala kua yurda kua. Tamada bırak hoş be, tamada maşallah işe rida duve,
в Айшаве расписано, он проведет мероприятие на благо в очень нормальном положении. Да? Ходячий рассвет. Рамян Бабдета, Дамада, Ходячий Разим. Уважаемые дамы и господа, уважаемые близкие родственники, приглашенные. Сегодня мы, как дедушка сказал, присутствуем на большом празднике, где мы видим наши молодые. Сегодня соединяются два сердца. Нам приятно. И хочется в этот день пожелать им крепкого здоровья, уважения, счастья, благополучия в семье. Чтобы они уважали себя, уважали старших, любили младших и были прекрасны сами собой. Прекрасного и любви, и счастья вам. Много детей, как говорят, дети – это наша радость и ваша радость. Но, знаете, ваше счастье у вас, если вы будете чувствовать друг друга близко, чувствовать плечо, тогда вы будете верить друг другу и доверять друг другу, и вы будете всегда счастливы. Счастья, благополучия, здоровья вам. И также присутствующим благополучия и счастья вам. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вра калык готен Мария Лапинезик Дилега Хаготен, Дилега Мже, Тхозем, Нава Зейна, Пава, Нава Хати Амеликерне. Вот, поэтому, Мере Авлад Ахвара Чеда Хоза, не так Авлатра, да не Алам, Кидуаса, Брахвади Бахтеварбеке, Гишкаш, Гишкам Бахтеварбеке, Сахсаман, Саламетбен. Навдаже, Хардван Джайлан, Ходе Диле Геван Каулбке, Куда Херен, Риавана Векреве, Сах Херен, Саламет Бене Малахве, Сах Бен, Саламет Бен. Спас, Ходе Жве, Разве, Савол, Салла, Разве, Олсун, от Руса, я сейчас один на Библии не сделаю, давай, Джабри. Автомашина 512, Range Rover. ЗТА номер, еще. И Лада 993. Будьте добры, подойдите к машинам, там выехать не могут. А сейчас для наших уважаемых ахсакалов, для вас, от вашего имени, всем нашим снохам, кызлара, гялилара, кыз, букара, кайдаке, ракас, декабыве. Маэстро, танцевальный дайте один, пожалуйста. Yürek bir söyle, ben de sevdiğimi
Спасибо, спасибо. Немножко я время танцев буду регулировать, а то не успеваю. Кемал, давай сюда. Кемал, вот тот стол покажи. На монитор. Ага. Вот где Азиз Яич сидит туда. Итак, я приглашаю сюда для поздравления весь стол. Вот где сидит наш первый президент Ассоциации курдов Казахстана, Азиз Дияевич сидит. Рядом с ним сидит вице-президент Ассоциации курдов Казахстана, Азим Шамоевич сидит. Рядом с ним сидит наш уважаемый Салман Джапарович сидит. Рядом с ними сидит наш уважаемый Искандер Османович. Рядом с ними сидит наш брат Мамут. Дай Бог им здоровья. Рядом с ними Эмурлан Ниязович сидит. Дай Бог ему здоровья. Рядом с ним наш брат Латиф сидит. Дай Бог ему здоровья. Рядом с ним наш брат Яша сидит. Дай Бог ему здоровья. Рядом с Салман Джапаровичем наш брат Рашид сидит. Дай Бог ему здоровья. И рядом с ними Гусейн Наимович сидит. Дай Бог вам всем здоровья. Знак уважения к дяде Байрам Алию и этой семье. Мы вас всех приглашаем, пожалуйста. Давай, маэстро, встретим. Спасибо. Дорогие гости, разрешите поздравить молодожен. Я
просто чуть-чуть хочу сказать, что эти два молодых человека жили, оказывается, по соседству и друг друга очень долго искали. Один искал себе невесту, другая, видимо, мечтала выйти замуж. И как-то чистая случайность или силой судьбы человеческой, они как-то признали друг друга, что они друг другу подходят, влюбленно, и создали семью. Хочу пожелать, чтобы их вот семья, которую сегодня мы приветствуем, мы здесь поздравляем, и желаем им долгого, как говорится, семейной жизни, много-много детей, уважения друг к другу, уважения к старшим, уважения вообще ко всем людям, от всей души поздравить и пожелать им счастливого пути, доброго вам здоровья и счастливого богатства. Дай Бог здоровья. Алла Байрам Али, Шайхмет, Ировер Аукас, Персерангот, Хады Амеша, Иша Хериши, Абина Бердарева. Сегодня в этом красивом зале самый красивый народ собрался. Я бы пожелал, во-первых, обоим сторонам, родителям крепкого здоровья, что таких внуков, правнуков, детей вырастили. Дай Бог каждому, они могут служить любому примером. Я вам счастья желаю, здоровья. И вот мы с детства вас знаем, вы примерные дети. Дай Бог, чтобы много детей было, и они по вашим стопам пошли. Вам всего хорошего, родителям крепкого здоровья. А кто здесь присутствует, чтобы во дворе у каждого такое мероприятие было? Давай, Саволос. Апа Байрам Али, Бег Али. Чабая Рамбе, Шукур Хаде, Хуниро, Тоя, Мазиндикин, Чабая Рамбе, Хаде Мраде, Джаилямбке, Мухаммед, Хаде Мраде, Тебке, Жинатева, Амре Дриш Хаде Веде, Сахбен Сламетпен, Шахо, Хаде Дингуртева, Хазар Салия, Бике Дриш Бике, Амре Джаилямбре Дриш Бике, Хаде Джамата Мебра Разве, Джамат, Сахбен Сламетпен, Хаде Жуя Разве, ام همه شه هفت و شایی بی را شایی بین تویان دعوت بر سخ به جماعت ما سخ به سلامت بی. уважаемая молодежь Мухаммед Изенев от всей души поздравляю вас будьте счастливы уважайте стариков и самое главное в жизни друг друга понимайте любите и пожалуйста, сохраните свою вот сегодняшний день на всю жизнь. Добрый вечер, дорогие гости. Разрешите мне от имени дедушки Байрам Али дать небольшое напутствие нашей красивой паре Зейнаб и Мухаммед. Зейнаб, Мухаммед, пожалуйста, я вас прошу, создайте такую семью, чтобы все гордились вами, чтобы дедушка Байрам Али, глядя на вас, прожил больше 100 лет. Я всем желаю здоровья, счастья и такой же свадьбы. У кого все, что есть на сердце, пусть Бог вам даст. Тамада хашпа, дань бежема хашпа, байрам апо, байрам али апо, ходи, чавайта рамбике, Амра ходи шкур, иро буки анимал, багали чавада жарамба, ходи ва буки ва шавике, хамеше малавада ише шаибе ва ише хирбе. Малада жонам желаю, ходи ва хавде шавике, ходи турн, турна хабиюна, хош ми бирам. Алла Байрам Али, Брешеху, Чабавай Рамбе, Иру Рашинаве, Эмеше Бердеревет, Ватой Даветве. Иру, сегодня уважаемые гости, прекрасный день, радостно. Сегодня мы, нашу семью еще прибавляется, молодая семья. Хочу пожелать молодым, уважайте друг друга, любите, уважайте старших. Всех вам благ, счастья, любви. И всем здесь сидящим
благополучия, удачи, здоровья, всех благ. Спасибо. Дед Байрам Али, Чаватай Жарамба. Багали, Чаватай Жарамба. Молодым здоровья, счастья, присутствуем людям тоже счастья. Да, уважаемые тамада, уважаемые музыканты, действительно для нашего народа, для нас большой день такого, чтобы наш племянник женится. Но племянник женится, папа его сидит, даже не подходит, не думает, что здесь такие уважаемые люди, слов говорит. Он своим делом занят. Я понимаю, вы устали, разговора нет, но надо нас послушать, пожалуйста. Да, день хороший, нам всем весело, сидим, пьем, отдыхаем. Дай Бог вам, чтобы всем мальчиков обязательно, одну девушку это попробую. Чтобы сэр Балкита Колбин Бильбин, бра Балкева Колба, вы Кол Небен, где Джоне Сак, Амне Дреш, где Варабуда, Чиньяте Вахая, где Ави Варабуда, где Джоне Сак, Амне Дреш, Джон Сак, где Буда Вара, Дафе Баши Мумбарак Пуразакпа, Апо, Чаватара Наки, где Двара Амне Дреш, Джон Сак, سرزد بینجی سال امر برا خوده بوده ناو مدابه مرا مزید دیه بکی خوده دفعه ما من برای پروزک به گوش تر سر سر جواهات نه خوده و راضی به علی اپی کنیاز ابراهیم ناش پریزیدنت اساسیاسی کردو کزاقستان اون پریدال منیشتو و پریدال بلشوی Спасибо за приглашение. Он поздравляет вас, молодые. Желает вам счастья, благополучия. За уважительные причины он не мог участвовать. Вы сами знаете, что он не может никак. Но он свой привет вам отправил. Спасибо вам. Спасибо, молодые. Давай, дафама мембарак в розякпе. جماعت عزیز دلال، خاله بایرام علی، خاله احمد، بره علی سلطان، بره شاه احمد، بگ علی، چوبای رامبه، ایرو ملکا کردیا نو چیده و ساقی سلامتی بختواری وان را دخوازم. Уважаемые дамы и господа, сегодня в Соединенных Штатах Алматы создается новая курдская семья. Мы ей желаем счастья, здоровья, всех благ. Молодые, вы должны помнить, прежде всего вы граждане Казахстана. Если рай на свете есть, то наша молодежь своими руками должна строить в Казахстане рай. Поэтому вы прежде всего должны благодарны быть казахскому народу, всем нациям, которые проживают в Казахстане. Я смотрю, сегодня проходит интернациональная свадьба. Дай Аллах здоровья нашему Эльбасы. Дай Бог здоровья нашему новому президенту Касым Жомарт Кемелевичу. Дай Аллах всем здоровья, чтобы под таким большим шанраком все нации, народы радовались. А ты, Мухаммед, запомни, дай Аллах тебе здоровья. Это первый курд, который принес своей невесте домой цветы. Чтобы ты цветы носил после этого только своей маме, дедушке, отцу, маме. Дай Аллах тебе здоровья. Уважаемые братья Азизяич, минутку внимания, фото идет. Азизяич, благодаря, как вы сказали, Конституции и закону Республики Казахстан, все народы успешно живут, развивают историю и культуру свою. У курдов есть один хороший танец, говен называется, вар. Поэтому вас, как лидера нашего
просим возглавить этот танец, призвать всех сидящих, независимо от национальности, взяться за руки и в радость этой семьи станцевать этот танец. Маэстро Говен, сэра Говен де Азизияич, общий Говен, в один ряд. Sheena, come on, 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 come
Аслам. Музыкантов тоже возьму, пойду на улицу, там проводить буду. Итак, мы сюда приглашаем дунгуров. Здесь сегодня присутствуют по нашим обычаям. Ну, родители не могут прийти, они дома, папа с мамой. Ну, дедушки здесь, дяди здесь, прадедушка здесь. Поэтому я их приглашаю сюда. Где наш дедушка Шахмет, дедушка Али Султан, дяди, все, Хасан, Яша, вы же все дедушки тоже, все, ага, пожалуйста, Финадин, а вот Финадин здесь, Финадин, Вера, ты Вера, раз их нету, ты старше, идем, брат, идем, ну что теперь делать, с той стороны идем, а что делать теперь, раз нету, ка, Рустем, что? Дунгуры где? Я Аслана попросил еще, я говорю, сказал, скажи им, чтобы не выходили, пусть сидят, после Говенда сразу буду звать. Но у нас свадьба проходит по обычаю, бей, нишан был, поэтому сегодня немножко в упрощенном виде. Финадин, давайте все братья, пока дюнгюры готовятся, Верен, все, пожалуйста, вставайте, каскелей.
Рамон, Рамон, этот моряк, сесть, давайте, давайте. Алихан. Дюнгюри будут готовиться, идемте, все, 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 встали. Вера, король Дералунда, идемте. Давай. Халид. Халид. Каяев, Халид. Вертаханья, ну-ка все идемте, пусть видят вас. У Байрам Алия нашего дедушки какой опора есть. Вот и станем, вот, чтобы наши гости вас видели. Все что ли, Вертахан? Был самый большой поселок на окраине. Ававерн. Ававерн. Зука, Зука, Бедерхан, давай, все. Все присоединяйтесь, давай. Муратхане. Мурата нету? Давай. Автендил, давай, присоединяйтесь. Ну вот, взрослые здесь в основном. Все. Дунгуры, готовьтесь, пожалуйста, я вас искал. Апо, чаветай рампе, Валерий, джанем, братишка, чаветай же рампе. Я желаю молодым счастья, любви, детей побольше, ну и держать свой флаг на высшем уровне. Давай, мой племянник, держись. Апо, чаветай рампе, прагер салю, бля, малята готовя. Ты сейчас внуковую свадьбу идешь, и про внуков свадьбу, что было. Так же, чтобы был такой же, какой сейчас ты есть. Хвашбя, амрятая дрежбя, мы тебя видим, мы радуемся. Хвашбя, Бог. Ну, братишка, тебе что скажу? Дай Бог тебе здоровье, чтобы как отец до внуков, до правнуков. Все, хвашбан. Дядь Байрам Али, я первого вас поздравляю с таким днем. Дай Бог вам дожить до 100 лет вместе с нами. Бегали. Братишка, я тебя поздравляю. Счастья молодым, чтоб нарожали вам внуков. Ну, только чтоб такие свадьбы у нас были. Халу, Чаветей, Рамбе. Счастья вашим внукам, халу. Мухаммед, я поздравляю тебя, Джанева. Счастья тебе, здоровья тебе и твоей жене. Бегали, Чаветей, Рамбе, я очень рад за тебя. Апе Байрам Али, Чаветей, Рамбе, Хади Туи Бхир Бике, Хади Хэм Сали Туи Ава Бедарева Бмирине, Бегали Бремен, Хади Турнам Тебе, Хади Самбике Турн Кинге Мезен Бун, Эм Туи Ава Набракасен, Апе Байрам Али, Че Бра Сера Сердине Руне Ава, Мерагышка. Хошбен, саламет бен. Дедушка Байрам Али, Бегали, Марина, я вас поздравляю. Дай Аллах молодым здоровья, счастья, благополучия. Любите друг друга, уважайте родителей. С одним словом, желаю вам самое-самое хорошее, чтобы много детей у вас было. Радости, счастья к вам, вашему дому. Спасибо. Апо, Мирали, Бегали, Чавевей, Рамбе. Джаили Брахвачван, Корван Хизван, Прсаведов. Ходежуя Разиве, Ходеве Шабаке. Ну а теперь ваша любимая песня, танцы для вас от вашего имени всем братьям и сестрам. Любимая песня Вертахан и Хея, кто знает? Варяк, знаешь? Рустам, давай, на ваше усмотрение. Курмашты, да? Каты курманджа тал вертаханы. Танцуем все. Все, все выходим. Субтитры сделал DimaTorzok.
Раз. Пойдет. Так. Идем. Тебя назвали. Нет, вот здесь будет. Иди сюда. Для молодоженов она подготовила стихотворение. Ее звать тоже, в честь нашей рамети, тети, бабушки Пери. Вот, давай. Так, пока она стих говорит, Дюнгюри, приготовьтесь. Всего у вас сегодня много. Друзей, улыбок и цветов. Одна у вас теперь дорога, мечта одна, одна любовь. И этот день не повторится, сумейте счастьем дорожить. И дай вам Бог, как говорится, с пути широкого не сбиться, не оплошать, не отступиться. Еще сильнее вам влюбиться и эти чувства сохранить. Законом, браком поздравляем, минуты радостнее нет. Всего вам доброго желаем, до большого счастья долгих лет. Подожди, ты какое мороженое любишь? Пломбирное. Какое? Пломбирное. О! Видел, вот дед Бегали тебе финансировал, тебе хватит на 45 мороженых. Давай. Аплодисменты ей на ближайшие 3 месяца. Итак, я сюда Дюнгюров приглашаю. Дай Бог им здоровья. Ходячан Салхис Ламет Ивановна. Вот дедушки здесь. Я сказал, родители не могут присутствовать здесь. Поэтому ихние родители, а для невесты дедушки, дяди пришли. Поэтому я вот во главе с дедушкой Шахмедом и дедушкой Али Султаном, все, кто с ними пришли, братья, дяди, Беремей Кемал Ате, Осман Кемал Дворане, пожалуйста, всех приглашаю я вас. Дюнгюри, прошу вас. Рустев, ты тоже с дюнгюрами? Ари, доверен. Пожалуйста, все, кто с ними пришли, я вас приглашаю сюда. Я вас здесь скажу всех имена. Минутку, маэстро. А? Что за машина? Infiniti номер 746. 02 регион. Подойдите, машину уберите, пожалуйста. Алло, эти сады.
Ибрагим. Ибрагим. Вера, вера. Вера. И что? Новое бабе тэхэя, новое дья тэхэя, хэрмет, кадыр. Так, все, минутку внимания. Дедушка Али Султан начнет. Сау олсун, Тама бей. Салам алейким, азиз джамаат, мисафирлермиз. Эй, ахшамлар сизе. Эй, чейлер, гюзел-гюзел тойлар дигинлер. Я хочу вот чего начать. Сегодня я уже говорил, самый счастливый человек, который... Ну, я самый счастливый. Первый, внучку замуж выдаю. И сегодня у меня такая радость, гордость. Аллах пусть всем такую радость, гордость даст. Я хочу своей внучке Зейнаб, зяте Мухаммеду, построить счастливую семью. Что в семье много надо? Самоуважение, друг друга уважать, это создаться самая счастливая семья. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Это же счастье. Когда у вас будет все хорошо, мы будем вами гордиться. Также дүнгүлдер, это Байрам Али, Бег Али. Я хочу, чтобы в бизим дүнгүрлүгүңүз это было не временно, постоянно, до самого правнука. И чтобы мы, пока живы, здоровы, нас не будет, чтобы о нас только и говорили, что у нас такие дедушки были. Сау олун, вар олун. Тамада, кому? А то я сейчас расплакаюсь. Плакать не надо, это радость. Лучше давайте подарим то, что вы приготовили. Я же чувствую, я в интернете смотрел. Вот дедушка Али Султан дарит молодоженам. Как вы думаете, что он может подарить? Вот документ. А? Кто сказал? Что? Машину? Да это покруче. Он им дарит дачу. Аплодисменты! Медовый месяц. Ой. В общем, дачу вам. Можно? Дедушка, вы сами вручите это. Почетно будет, честное слово. Медовый месяц там пройдет, потому что там нету ни света, ни воды. Шутка, конечно, а то поверить. Евроремонт, все дела там, интернет. Все предусмотрено на очередь. Похлопали дедушке от души. Вот, внучки, зятю. Вот так, ой, как хорошо все. Вот как хорошо все. Ну, бегали, я не знаю теперь тебе, что им подарить. Тут мы все дедушки, но я тут постарше еще. Амбратей Дрижбе, Руслан. Сегодня бегали, дедушка Байрам Али, я вас поздравляю, Иро. Большой, большой праздник. То, что мы мечтали, оно сбылось. Дай Бог, чтоб вот эти молодые всегда были, всегда нам радовали, чтоб всегда были такими добрыми вот, по жизни. Сам Мухаммед, он очень добрый парень. А внучка, дай Бог, я хочу им желать долгих лет жизни, чтобы мы их детей, внуков видели, это наши уже правнуки будут. Дедушке Байрам Али, Бег Али, Ша Ахмеда, я хочу, чтобы всегда у них во дворах всегда были вот такие мероприятия. Давно, давно у Ша Ахмеда не было. Вот впервые он за свою, это первая у нас внучка выходит замуж, создается новая семья курдская. Дай Бог, чтобы они 100 лет прожили на одной подушке, чтобы они нас радовали. И все, кто сегодня здесь, все братья, сестры, дай Бог, чтобы у всех вот такие мероприятия были. Поздравляю. Дядь Байрам Али, дядя Ахмед,
Валерик, Шахмет, Чавевей Рамбе, Тоеве Бамбарекбе, Хришева Бина Бердерегашка. А Мухаммеду и Женевке я пожелаю счастья, здоровья, долгой-долгой счастливой жизни, побольше внуков, чтобы радовали стариков. Спасибо. Хашбин Мезинеме, дед Ахмед, дед Берамали, бегали, човетей ромбе, шахмед, човетей ромбе, ходим ради джаиламбике. Мухаммед, вам здоровья, счастья, благополучия. Дед Берамали, мирали, бегали, човетей ромбе, шахмед, човетей же ромбе, ходим харч чагал. Кал Пирбекя, Мухаммед, Зейнаб, дай Бог вам здоровья, счастья, всего хорошего. Мухаммед, Зейнаб, я поздравляю вас сегодня с вашим самым прекрасным днем жизни. Конечно же, вы самые счастливые люди, потому что у вас такие дедушки, бабушки, прадедушки присутствуют здесь. Поэтому я хочу вам пожелать большой любви, счастья, чтобы все зависит от вас. А что зависит от старших, они все для вас сделали. У вас все прекрасно. Будьте здоровы и счастливы. И побольше вам детишек. Бегали, Шахмет Чавеве Ромбе. Ходи. Давайте я сам Вине Бердере Гишкан. Уважаемые молодожены, Зейнаб, Мухаммед, поздравляю вас с таким знаменательным днем. У вас сегодня один из счастливых дней в вашей жизни. Чтобы вот это счастье, оно никогда не покидало вас. Будьте здоровы, будьте счастливы. Будьте счастливы вы, будьте счастливы все окружающие вас люди. Сегодня вот этот вечер прекрасной свадьбы посвящается вам. Собрались здесь самые близкие, которые пришли пожелать вам всего самого, все, что есть в этой жизни хорошего. Поэтому, чтобы все это сбылось, чтобы все это притворилось в жизнь, и вот таких мероприятий желаю всем. Будьте счастливы, будьте здоровы. Чавеве Рамбе. Шахмет. Гелекспас, Иварбаш, Хамидж Мадра, Бегали Пирузбе, از و پیروز کم آپش خوب مبارک و پیروز و از بکو زاوی پیروز کم روزه کشای کم کردستان کم میده اون دعوتشند کن مبارک و پیروز Уважаемые гости, братья, сестры, дяди, я рад в этом большом зале видеть вас всех, то, что вы пришли поделить радость Бегалия и мою радость. Для меня это очень счастливый день. Это моя первая внучка, любимая внучка. Я ее вырастил, она росла рядом со мной. Зейнаб, доча, будь умница, будь счастливой, чтоб в этом доме ты была любимой, со своим уважением, со своей добротой, чтоб ты делала все, чтоб тебя любили, уважали. Но я уверен, что в тебе все это есть. Мухаммед, сынок, я тебе отдаю самое дорогое, то, что у меня есть. Береги ее, живите счастливо. И я буду всегда рад за вас. Дай Аллах вам здоровья, счастья в новой жизни. Спасибо всем за внимание.
Ну, дорогие дюнгюри, дорогой дедушка Али Султан, Атамшая, Шахмета дедушка, Рустам, Хасанавра, Кадима Мая, дай Бог им здоровья, Велия, Яшая, Ибраима. Сейчас лично для вас, от вашего имени, не только дюнгюрам, все здесь ваши родственники. Один танцевальный, одна песня, и потом с переходом говен для наших дунгуров. Хорошо? Маэстро, один танцевальный, и я вам скажу, перейдете на говен. Давай. Выходим, выходим. Хешине, чиманае налине, далале шам хешине, чиманае налине. Если хвана барина, аз душим гарибие. Если хвана барина, аз душим гарибие. Далале жан, далале, чирине хваш навале. Далале жан, далале, чирине хваш навале. Варагу мэнди бигир, табитма ариеване. Варагасти